В Сочи ансамбль представил одну из своих самых ярких программ – «Танцы народов мира». Зрители увидели постановки мастера народно-сценической хореографии, ставшие мировой классикой, в том числе легендарное «Яблочко». У нас огромная страна, многонациональная страна. И вообще мы обязаны знать свои корни. Не только русские танцы, ведь она многонациональная. Мы россияне, да? И вот россияне молодые, маленькие, они вырастают. Они должны знать культуру народов России. И лучше, чем в танце, эту культуру ты никак не выучишь. Новой работой коллектива стал адыгский тляпотет. Это танец молодых девушек из знатных семей. Его поставил для балета Моисеева народный артист Адыгеи Аслан Хаджаев. Выступление государственного академического ансамбля состоялось в рамках Сочинского фестиваля балета и танца. Балет Моисеева – это коллектив со старыми и проверенными культурными традициями, со своим уникальным стилем. Я работал с этим коллективом, потому что накануне финала чемпионата мира по футболу был большой гала-концерт в Большом театре, где мы вместе сделали один из номеров представления. В Сочи работали 80 артистов балета, всего в коллективе 90 танцовщиков и минимальная команда технического сопровождения, однако костюмы и реквизит составили 4 тонны багажа.